Есть! Ура! Друзья, всем привет! 26 июня 2024 года, и сегодня мы будем делать на проекте Ева для моего персонажа 4-й благословенный пояс дракона, а также оружие босса. Погнали! Сегодня после технического обслуживания добавили нам пояс дракона и купоны на снаряжение для проекта Ева. Что касается пояса дракона, 25 штук на аккаунт в неделю мы можем покупать, стоимость 2,5 миллиона АДН. Я, кстати, удивился, думал, то, что будет по 4 миллиона за штуку и лимита будет 20. Но это даже лучше. По моим подсчетам, чтобы заточить с 0 до 4, составляет вероятность около 4%. То есть 25 штук большая часть людей получится заточить на 4. Кому-то, конечно, не повезет, и необходимо будет больше. Я надеюсь, что попаду в это количество. Буду точить, наверное, по одному, потому что мне плюс 5 там и так далее не нужны. Это сложно будет сделать. А вот второй плюс 4, из него я как раз смогу сделать благословенный, и тогда банки ХП у меня будут восстанавливать не по 50, а по 130 единиц. Это очень важно, потому что на пасеке периодически я могу умереть. Это происходит редко. Вот, например, сегодня я умер в 12 часов, потому что на сервер не зашло большое количество народу еще, и монстры меня атаковали, я не справился, да. Но если на пасеке огромное количество народу качается, то, конечно же, не умираешь. Бывает, что не умираешь там и 3 дня, а бывает, что за день умираешь пару раз. В принципе, пояс дракона должен вот решить для меня эту проблему, поэтому он мне очень сильно важен. Идем дальше. Создание с некоторым шансом на постоянной основе. Купон на оружие босса. 2 штуки на аккаунт. То есть стоимость... Как трай книг, да, у нас как будто мы достаем трехзвездочную книгу. То есть 10% вероятность, если не получается, то миллион АДН нам возвращается. То есть по факту трай стоит 19 миллионов. То итого получается за сундук L8 тысяч мы можем сделать 4 трая. Ну почти там 4 трая получается. Всего 2 штуки на аккаунт, но каждую неделю получается мы можем доставать, да, то есть в месяц там 8 штук в принципе. Мне одной хватит, я бы, если получилось бы заточить на 5, было бы вообще просто идеально. Понятно, что мне необходим посох Белефа. Что касается купона на особые доспехи, здесь все то же самое, да, 20 миллионов, 10%, 5 штук, кстати, на аккаунт есть. Ну, по факту, да, то есть я бы себе не хотел сейчас ничего брать. Хотя, кстати, здесь есть туника огненного рыцаря, надо это посмотреть, да. Когда станут проблемы с маной, то есть смысл шлем маны. Если мобы пробивают, да, и для ПВП, то хороши сапоги уклонения. Рукавица оглушения, перчатки бессмолвия, не знаю. То есть символ фатальности, кстати, интересная штука. Тоже, если на 5 заточить, отличная штука. В общем, надо подумать, но в первую очередь, конечно, я бы хотел себе сделать билет. Дальше, что у нас еще здесь есть? Купон призыва куклы. Обычно исключительно 11 раз. Одна штука на аккаунт всего лишь. Есть, я так понимаю, это она у нас временная, скорее всего. Хотя написано почему-то бессрочно. А, если бессрочно, то, наверное, это мы можем... Будет обновляться в 6.30. Да, каждый раз в неделю мы это можем делать, получается. Для этого необходимо 20 миллионов адена и кое-какие ресурсы. Это, кстати, хорошо, чтобы ресурсы стоили хоть каких-то денег. Жалко, что единственное, на пасеке они не падают. Создание благословенный пояс дракона, ну это понятно, да, если у нас есть обычные два пояса, вот это как раз мне и необходимо. Один пояс дракона у меня уже есть, второй необходимо точнуть, и тогда сделаю себе благословенный пояс дракона плюс 4. Давайте начнем с пояса дракона, 25 штук, да, есть 2,5 миллиона адена. У меня сейчас 110 миллионов, то есть должно хватить даже максимум купить, но я напоминаю, то, что буду покупать по одной. Если затачиваю на 4, то все, я забываю про этот пояс дракона, пятый мне нафиг не нужен. Есть! Фух! Неплохо, блин, ну конечно, так я не люблю вот это вот, так нервно, конечно, но попал я, конечно, по-моему, хорошо, я даже половину не израсходовал из лимита, да, давайте глянем. 110 миллионов, да, у меня было, то есть 85 осталось, и особое снаряжение, заходим. 10 поясов дракона мне потребовалось всего лишь, да, то есть, ну, 25 миллионов, 25 миллионов я потратил. Ну все, теперь самое интересное, будем доставать оружие босса. Денежек чуть-чуть я добавил, у меня было чуть меньше, чем 100 миллионов, сейчас у меня 599 миллионов, будет возвращаться по 1 миллиону, итого максимум 30 траев у меня есть, но должен вытащить однозначно. Погнали. Купон на оружие босса. Блин, у меня прям сердце колотится.
хотя бы в 10 бы попасть. Есть! Есть! С шестой попытки! Итого я потратил сколько там? Ну, меньше, чем 120 миллионов. С шестой попытки достал. Отлично, красотища. Сейчас бы еще на 5 точнусь. Вообще было бы просто замечательно. Поработитель душ Белефа. Так, давайте, кстати, глянем. Сейчас, может быть, перестанем бить. Вот, пусть триггер уйдет. Посмотрим, что у нас с маг-атакой будет. 7967. Кстати, ребаф сейчас идет. Если просто он нулевой... То же самое, да? Почти один в один. Так что в любом случае его надо точить и желательно заточить на 5. Так, и вот сейчас надо взять заточку благословенную. Вот отсюда. Ух, так. 100%, да, но вот при этой заточке есть 35% вероятность, что заточится сразу же у меня с 3 на 5. Модифицируем. Нет, не получилось. Так, ну давайте посмотрим на 4, что это нам дает вообще. 8083 маг-атака. 8600. Но я думаю, в любом случае надо сейчас траить, будет еще попробовать. Хотя бы один раз точно. Кстати, ПК у нас бегает какой-то непонятный. Окей, тогда теперь траем проклятый свиток на оружие ранга А. 7,5 миллионов, вероятность 25%. Сразу же, с первого раза, ничего себе, может мне там кто-то подкрутил немножко. Ну, последний раз мне подкрутите, чтобы на плюс 5 точнул, и все, мне больше нафиг ничего не надо будет. Плюс 3. Ух, ну давай, 35%. Да, нет, нифига, а сколько они стоят, кстати? Стоит ли, блин, не стоит еще пробовать? Так, они все равно по 10, да, то есть как бы... Ну ладно, ладно, давайте будем пробовать. Еще один проклятый свиток нужен. Есть. Блин, неплохо идет. Так, третья попытка. Есть, ура! Ура! Ну нормально, да, 35% с третьего раза как раз попал. Все, больше с оружием можно не беспокоиться очень долго. Давайте посмотрим, сколько маг-атака. Маг-атака. У меня 9000. 9000, а с кристаллом Дэймона 8000. То есть на 1000 маг-атаки. Но здесь не самое главное, да. Здесь еще очень важно то, что у нас еще дается интеллект плюс один, дух плюс один, да. То есть он сразу же добавился. Да, у меня было 60 на 40. Ну вот, в принципе, маг-атака же уже в любом случае увеличилась. Окей. И здесь еще дается при атаке с определенной вероятностью срабатывает доп. Атака, зависит от маг-атаки. Шанс срабатывая. Обычно атака 2%, атака умением 4%. То есть у меня 4%. Усиленный смертельный гром Белефа. При атаке с определенной вероятностью срабатывает мощная доп. Атака, зависящая от маг атаки. Ну и последнее, вот. Давайте вытащим вот все-таки вот эти 11 кукол, да, то есть здесь можно и обычную, и исключительную. Докупил я себе ресурсов, пришлось покупать за эль монеты, там больше, наверное, в районе 1000 эль монет я на это потратил. Хотелось бы Закина. У меня нет Закина, то есть, чтобы был вампирик, было бы неплохо. Результат. По-моему, слушайте, мне все обычные упали. Вообще ни одной улучшены. Проверка кукол, и тогда сейчас синтезируем. Ерунда какая-то вообще. Все, в общем, зря, конечно, я это сделал, но вот не повезло, не фартануло. Ух, прям гора с плеч, я реально очень сильно не люблю, вот когда нужно попадать там в 10% или так далее. У меня просто было, даже вот на тестовом сервере я пытался попасть в 10%, попал там с 25-го что ли трая, что-то типа того. Короче, мне частенько не везет на самом деле, то, что вот мне сейчас повезло, это я... Очень-очень сильно удивлен. Разыгрываем 4 промокода среди людей, которые написали комментарий к предыдущему ролику. Сататан 7407. Второй раз выиграю, кстати. В прошлый раз тоже выиграл. Лайкос за видос. Удачи в игре. Спасибо.
Олег Анатольевич, Шее надо однозвездочную книгу. А, одну книгу три звезды, а духу? А духу необходимо две книги трехзвездочные. Это вот минимум, да, то есть как бы чтобы... Ну, вообще с двумя книгами трехзвездочными можно нормально уже фармить. У меня вот, по крайней мере, я на Еве сейчас так играю. А так вообще пять книжек, да. Том Нолейн, спасибо за ролик про Шие, раньше на нем сидел, нравился Чар, но, увы, он не конкурент ни для кого. Да, Шие уже значительно хуже, чем был до этого. Опять я выигрываю. Так, опять не вижу, да, что за ник. Напиши, пожалуйста, и обязательно пришли скриншот. Спасибо за контент, но это уже классы мертвые. Друзья, если понравилось видео, не забывайте ставить лайки. Всем удачи и пока.